Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами Motorola Moto G71, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять тему. Для этого мы заходим в настройки и выбираем пункт «Экран». В пункте «Экран» у нас есть возможность включить темную тему или наоборот выключить темную тему, включить светлую тему. Нажав вот сюда вот на саму надпись, мы можем настроить расписание для темной темы, к примеру, сделать, чтобы она включалась только на ночь. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.